Здрасте, ребятишки, с вами Риос. Мы продолжаем играть Dying Light, Following, и в прошлой серии мы зачистили город от детишек-крикунов, и теперь отправляемся к Джессиру. Он там что-то хочет нам сообщить, у него есть как дополнительное задание, так и основное задание. Сейчас мы с ним потрендим. 600 метров аж ехать до него, ни хрена себе, а этот, наверное, так нормально, мне кажется. У нас плюс появились новые улучшения, мы теперь можем делать детали второго уровня. Это зеленые детали, тоже неплохо, в принципе. Чинятся они подороже, но можно использовать их подольше. Вот такие вот дела, ребята. Открылись они у нас, кстати, давно. Не знаю, почему так сейчас про них вспомнил, ну да ладно. В общем, отправляемся к Джессиру, едем туда потихоньку. Так и не полутал этот ящик с военными. Ну, потом как-нибудь зайдем туда. Может, там лут побольше будет. Может, от левела зависит здесь лут. Хотя лут зависит здесь от уровня взлома, так сказать. Если взламывать очень трудно, значит лут там будет очень крутой. Я мог бы там 4-го левела что-нибудь полутать. Ну ладно, потом зайдем в следующий раз. Так. Чё-то я заблудился, как здесь припарковаться-то получше. Да прям здесь оставим тачанку, чё с ней будет. Ее все равно никто не бьет. И призовем ее вот сюда. Перепризовем, так сказать. Перепризвали, теперь она у нас на месте стоит. Давайте сейчас зайдем в магазик. Ару-лю-лю. Здорово. Чё у тебя есть? Топорик, топорик. Коса. Серп. Понятно. Электрострелы. А чё ещё хотел посмотреть? Может, у тебя... нет, у тебя нет ничего. Просто стрелы, электрострелы. Я арбалет хочу найти. Хочу протестировать, как он будет стрелять. Так сказать. У нас здесь заданица новая. Беги, бегун. Награда за печень бегуна. Джазир, я должен спросить, почему ты хочешь болтер ливерс? Those damn filthy bolters. They keep desecrating the graves of our beloved. They eat the corpses we've laid out for the wind to take. Okay, but the livers? For heaven's sake, don't they teach you anything in the city? It's about the smell. You can use it to attract more of the same kind. It's the thremo, thesmo. Pheromones. Yes, that's what I said. Or could you use it to scare them off? And that's what I wanted to say. You learn fast, boy. Okay, so these bolters are attracted to fresh bodies you, what, leave for the wind? Yes. If you see a bolter, just run it over with your car, okay? That'd be much appreciated. And remember about the livers. Так, в полях пригорода быстроногим бегунам несколько... Не столько уютно, что они предпочитают охотиться днем, а отсыпаться ночью. Бегунов легче всего найти, если наведаться в их охотничьи угодья. Отмечены на вашей карте. Вот они, бегуны, по-другому выглядят. Помните, они очень быстро бегают, и догнать их куда проще на машине, нежели пешком. А, они просто убегают от нас, да? Окей. Прихожане, вечером мы просили вас почтить память Эркана и его семьи, и возглавить надежды на то, что матерь придаст его дочери сил. Those bandits who took over Erkan's farm. Aren't you afraid they're gonna target you guys next? Here we can handle them, but we're no soldiers. I won't send people to die out there. Well, your set of skills might come in handy in this situation. Just talk to Eski. She'll explain the kind of scum you'll be dealing with. And maybe try to find Polat too. He used to work at Erkan's farm. Maybe he'll have something useful to tell you. Понятно. Понятно, все понятно. Прихожане Аршан и Терхи собирались превратить свою ферму в приют для нуждающихся. Увы, они столкнулись с непредвиденными. Братья и сестры, на нашу долю вновь выпало испытание. На сей раз это новая порода нежити, невероятно сильные выродки, которые мы пока не научились убивать. Просим помолиться за упокой Аршана и Терхи, а также высказать поддержку. Которые пусть и спаслись, но тяжко переживают из-за... Короче, понятно. Народ. Поэкономьте-ка желтокорень, который добывает для нас обид, потому как никто не знает, куда наш друг запропал. Если кто-то услышит о нем хоть что-то и не заметит его где-то, сразу дайте мне знать. Джесси. But we haven't heard from him for too long now. I know, he's probably dead, but we can't be sure. You don't know the man.
He wanted to become one of the Faceless. He wouldn't let himself get killed easily. Well, any idea where I should look for him then? And what about those fevers? You still need some herbs, right? He lived in a hut out on that rocky island. And yes, he always kept medicine there. Just be careful. If something's got to stop it, it's no laughing matter. Вот такие дела. Так, и последнее. Пропал человек. Понятно. Странная просьба. Джизир, who drew this? Oh, that's not important. The kid keeps drawing them. I keep throwing them away. Well, but what's it about? Something the kid's hung up on. His mother took a job in Haran before the outbreak. Left him with his grandparents. She was supposed to send him a gift, I guess. But you know what happened. Doesn't matter. Just toss it. Понятно, но мы возьмем, наверное. Посыку принесем тебе. The kid's been waiting on a present? Christ. Sad, I know. But the sooner he gets... Oh, so you're one of the Faceless. Will you let me speak to the mother? You think she would speak with a stranger? No. But you are on the right path if you wish to join our ranks. Be patient. What's your name? Kyle Crane. You have a long road ahead of you, Kyle Crane. Do not stray from it. And may this help you in your struggle. О, братан, спасибо за арбалет. Я как раз его искал. Вот эта тема другая уже. Вы выучили сборку предмета заставной арбалет. Давайте-ка мы его и сделаем. Составной арбалет. Аж целых 3 могу сделать. Так, 360. Давайте сначала из инвентаря что-нибудь разберем. Самозарядное ружье оставим. Лом. Лом. Кирка. Лом разберем. И соберем арбалет. Арбалет это вообще прям топовая тема, ребята. И у нас, смотрите, отравленные болты можем делать. Поехали. По 15. Травматические болты. Оглушающие болты. Циркулярная смерть можем сделать. Я хочу, знаете, что замутить? Вот что-то вот это, яд бегуна. Нам нужно подводные водоросли и холодное оружие. То есть под водой немножко побегать нам. Так, и можно заточку сделать. Нету. Это электропила, длинный нож, короткий нож. Серп, клинок, тесак, одноручный топор. Вот это тоже неплохая штука будет. Ну, у нас есть арбалет, ребята. Лук мы нахрен выкидываем. Вместо него возьмем арбалет. Так, давай с тобой потрындим. Можно с тобой поговорить? Доберитесь до почты, мне говорит. Задание, давайте. Зачистить область, поговорить с Жасиром. Jazeer, what's wrong? What's going on? We don't have a clue. Everything seemed all right, and suddenly people started feeling sick. I hope you'd know something about it. I don't, but I'll see if I can figure out what's going on. И вот ради этого мы поговорили с Джессиром, да? Окей, почему бы нет? Вернуться на насосную станцию. Чужак в чужой стране. Так, это что? Помогайте людям, просьба зачистить область, убейте бегуна, зачистить область. Узнайте подробности у Эсги. Тут еще одно задание. Я не могу его взять почему-то. Оно недоступно для меня. Давайте выйдем и зайдем.
И чё, как обычно, все лицо в заданиях у нас. Окей. Возьмем тогда вот здесь задание. Здорово, пацан. Hey kid, I gotta drop by the post office so I could check and see if your package is there. Do you know what's inside? A present? From mommy? She wrote and said she was sending me a surprise present. She's coming back after I get it too. And she can play with me again. Ну вот такие дела. Все хорошо, замечательно у этого паренька. Живет в своих мечтах. Знак подробности у ЭСГИ. 30 метров до ЭСГИ идти. А, она вот здесь где-то. Тусуется. Наверху аж. Лады, зайдем. Да ты иди ты нахрен. Сходим к ЭСГИ. Ну, или так сделаем. Почему бы и нет. Hey, Eski, oh, that's Erkan's daughter, right? No, that's not her. That's what's left of her. She was the happiest person I'd ever known, but now... I'm sorry, but she's, conscious, right? Conscious, yes. But the longer she lies there, the more I feel like she just doesn't want to live anymore. When she was still speaking, she told me they hurt her and her mother. They shot her brother in the face, Kyle. Made her watch. All right, I'll take care of it. They won't hurt anyone else. Yeah, of course. Sorry. I just think I've heard it too many times before. Так, отомстить за семью надо, да? За семью этой бабищи. Так, что еще тут есть у нас? Отомстить за семью, найти Сабита. Уничтожить не запрыгнув. Ох ты. Дверь до почты. Давайте до почты сходим. Детишкам помогать нужно. Поможем детишкам. Че тут у нас? И? Понятно. Третьесть там, значит. Ну, третьесь, третьесь. Там посылочку можно забрать, в принципе. Сходите. Ладно, успеем. Че по заданиям у нас еще есть? 800 метров до почты. Так, заданий, по-моему, здесь больше никаких нету. Можно, конечно, сходить до... Далеко она находится? Груз. Не так уж и далеко, можно сходить до него. Но я думаю, там уже какие-то другие ребята обитают. Поехали до груза. Чупакабра какая-то за нами там идет, да? Look, I just wanna help. Hey, I don't understand. Just wait. Воу. Вот это круто. Здорово, пацанты. Че делаем? I've got nothing to hide. Что за штука у него? 100 урона всего лишь. Говно пушка какая-то. Так, что он хочет? Куда-то нам от нас отправляет, да? Новая запись с собрания. Можно на собрание сходить? Что там, очень сложно было пойти, да? Че, пипец, как сложно. Твою мать. Инвентарь заполнен у нас. Давай с тобой так разберем. Ну, да, арбалет. Я хочу попробовать арбалет. Отравленный болт, травматический болт, оглушающий болт. Ого! Мы можем добить оглушенного врага, по-моему, да? Или не можем? Так, оглушающий я уже не могу забрать. Ну, прикольно сделали. Лежать нахрен.
Блин, у Лука все равно свои плюшки тоже есть. Ладно, поехали. До почты доберемся побыстро. Мы уже 15 минут здесь. Фигней какие-то страдаем, понятно. Где здесь-то пацаны сидели? Здорово! Винтовочные патрончики они нам дали. Давайте посмотрим, что по улучшениям у нас есть на них. Двигатель уровня 2. Все у нас уровня 2. Понятно. Еще бы нам заехать к этому чуваку, который на мосту находится. Где же он находился-то, я уж не помню. Если честно вам сказать. Вот здесь, по-моему, где-то. Лавка. Вот сюда бы нам заехать еще. По пути нам? Да, по пути. Отлично. Ну, вот здесь поедем по бездорожью. По бездорожью, по бездорожью. Мы поедем по бездорожью. Есть такая песня, если кто не знал. Я вот знал. Прикольно. Здесь вот так вот та-та-та-та-та-та. А, нет такого, как GTA. Нет, есть. Дергается камера немного. Вот сюда сейчас зайдем, продадимся. И прикупим себе новых вещичек. Можно сразу залезть, интересно. Че, серьезно? О! Сука. Ай, 4400 очков потерял. Ну, здорово. Деталь сцепления уровня 4. Во, вот они, детальки. Резина, проволока. Синтетику можно у него купить. Давайте продадим сначала что-нибудь. Мешочек продадим. Сиги. Все сразу. А можно просто на цепу нажать. С. Во. Сколько у нас? 3000 всего. Лол. И чем мы можем на 3000 купить? Второго уровня только детали, да? Они нам не нужны. Резина, стальные трубы, болты. Понятно. А вот я хочу посмотреть, знаете, что? Навык вождения. Усиленный корпус. Позволяет установить улучшенное усиление корпуса. Меньшин будет получать меньше урона. Так, нитро. Мини-укладчик позволяет установить улучшение барсобазы. А, это мино-укладчик. Усиленный корпус уровень 2, нитро уровень 2. Таран. Механизм уровня 2. Ультрафиолетовые фары. Тоже неплохо. Умелец. Подвеска внедорожника. А когда колеса там откроются? Крутые. Электрокорпус. Детали уровня 5. Знаток эксперт. Понятно. Скоро прокачаемся. Ладно, поехали на нашу машину обратно. Можно здесь как-нибудь спуститься? О, можно, отлично. Где наш арбалетик? Что за оружие поставим? Давайте травматически посмотрим, что они делают. Хера себе. О, нормас. Вообще неплохо. Вот это понимаю. Вот это патроны, так патроны. Ладно, все, до почты давайте. Хорош тут рассусоливаться. До почты быстро сходим, лутанемся. Может, что прикольное найдем. Дурун-дун-дун-дун-дун.
Эрон-дон-дон. Тын-дон-дон-дон. 70 метров. Давайте попробуем. Попробуем все-таки убить этого бегуна. Хотя бы одного. Он же от нас просто убегать будет, да? Реально просто убегает. Вот и все. Пока, пацан. Да иди нахрен. Сколько нужно печени притащить этим ненасытным ребятам? Печень бегуна. Готово к продолжению задания. Отлично. Справились. Опачки. Не поймал. Так, почта там у нас внизу находится. Окей. Выходим. Берем нашу хрень. Опять этот город чертов. Надо было сразу все брать, все задания эти. Отвали. Опачки, видал, как я взломал тут, а? Пока ты там что-то делал непонятное. На тебе в голову, демонюга. Где сигнализация? Locked. Great. Там по-любому что-то интересное есть. Но мы туда залезем сейчас как-нибудь. Давайте будем смотреть, что здесь вообще можно полутать. Ну, конечно же, и здесь закрыто тоже. Я тоже вот выглядываю и так же вот сижу тут из-за монитора. Да, я наркоман. Шучу. За ленту возьмем. Я тут набрал столько всего. Вообще просто. А ни хрена этим не пользуюсь-то. Письма, письма. Письма счастья. Все дела, отправь его другу там. И будешь счастлив. Все, вроде тут ни хрена больше нету, да? О! Нормасик. Еще письмецо. Так, это на улицу выход. Я понял, не тупой. Так, как нам туда попасть? Пойдемте наверх тогда. По-любому сверху можно. О-о-о, ни хрена себе. Вон еще что-то вижу. Опачки. Это жутковато. Ай, так. Это почему он повешался, короче. Я ничего о тебе и так и не знаю, но к черту я устал. Можешь забирать, что захочешь, все равно эти посылки не дойдут до адресатов, верно? Ключи от комнаты с почтой на столе. Внутри найдешь наш инвентаризированный лист, вроде как должен быть прикреплен к стене. К черту, мне никогда. Никогда эта работа не нравилась, не знаю даже, почему меня сюда взяли. Может, так будет даже лучше, не надо беспокоиться о будущем и о настоящем, думать не надо. Ай, понятно. Где-то, говорит, была веревка. Ключи возьмем.
Как удачно это все складывается. Инвентарный лист. Фургон, компьютер, стенд, 10 настольных ламп. Так, еще одна записка. Из-за многочисленных задержек, доставки и вопросов от клиентов о местонахождении их посылок, мы установили на почтовые фургоны GPS-передатчики. Отслеживание будет доступно почмейстеру и отдельным клеркам, начиная с настоящей... Так, понятно. А, нет, подожди. На следующей неделе обеспечить. Теперь мы, ребята, можем, наверное, отслеживать их по GPS, да, эти почтовые фургоны всякие. И там множество ништяков, может быть. Ништяков. Ништяков. Все, идем вниз. Со спокойной душой. С ключами. Давай быстрее открывай. И вот оно, пошла жара просто. Залутываемся полностью. Опачки, опачки просто. Каждую записочку надо будет сейчас проверить. Не то, что, говорит, я искал. Так, left for BEP. Там было написано. Maybe it was already out for delivery. Ключики от фургона, записочки. Now, this looks like a clue. Я еще же что-то вижу здесь. Все, по-моему, все закончилось, да? Сейчас там какая-нибудь хрень сидит. Принять. Сэри доставим. Письмецо. И палату. Все, да? Уходим. Наша машина наверху там находится. Погнали. Полицейскую машину даже не хочу открывать. Поищите посылку за пределами почты. Поехали. Немножко дальше. Воу. Да, где-то наверху там, да, фургон? Угу. Ну, опять наше любимое место ехать. Любимое место наше, ребятишки. Где тут всякие ништячки на машины. Ох ты. Поврежденная деталь. Он сейчас ехать не может, да? Давайте посмотрим. Сломано, да? Состояние 20%. Починим. Надо доехать на ней. Ну вот сюда хотя бы. Так, окей. Сука. Да ты издеваешься, ну как ты так-то срываешься-то постоянно? Рифмами заговорил. Но мы все-таки лутанем эту посылочку. Сейчас рядом здесь появимся. Во! Шикардос. Дудос шикардос. Опачки. И поехали. Просто лутать все, что движется. Конечно, пусто. Потому что я уже лутал здесь. И бензака, конечно же, нигде нет. Это что такое? У меня заполнил инвентарь алкоголем. Серьезно? Нельзя больше алкоголя взять? Давайте наделаем что-нибудь. Чертеж, аптечек наделаем. Там что нужно-то на нем?
Алкоголь и марля. Как несколько сразу сделать? Вот столько хватит, я думаю. Все равно заполним. Я не понимаю. Как так может быть? Бензачок-то где? Пусто, пусто. Вот тут что-нибудь найдите мне, пожалуйста. О, здорово. На тебе в голову. Почему нельзя прокачать здесь такого чувака, который будет чисто с кулаков бить, которому оружие не нужно будет? Это, видимо, игру сломают так, да? Таким образом. Отлично, лутаемся просто. Как господа лутаемся просто. Легко. Ну, раз легко, то взломаем. Взломаем легко. Опачки. И здесь у нас аптечка. Сука. Отвали. Так, вот фургон. Давай по-быстрому. Во-во-во, чувак. Кто такой? Рунер прибежал, да? Почему Джасиру-то посылку я должен отдать? Я должен отдать посылку-то пареньку маленькому. Нахрен Джасиру-то посылку это нужно? Сюда никак нельзя? Можно. Давай! Есть! Ух! Так, а там что? Что за здание? Зачистить область. Лазарь. Так. А это что за задание у нас на карте? Как называется? Взять предмет. Тут нечего взять. А, вот. Ё-моё. Все, давайте нахрен отсюда все. Ключ от почтового фургона. Отлично. Вот от этого, видимо, в почтового фургона, который я уже взял. Почему бы и нет? Все, валим. Где наша машина? Чудесная, расчудесная. И отправимся к Джасиру и на этом завершим серию, ребята. Узнаем, что он нам скажет. Все, поехали. Феррари. Так, сколько ехать до туда? 300 метров. Сейчас приедем. По дорожке поедем. По красивенькой дорожечке. Чтобы побыстрее доехать. Чтобы машину не губить особо. Видите, у нас подвеска губится здесь. Сцепление. Все губится, короче. Но здесь придется вот так проехать немножко. Ой, корпус повредил. Ненароком. Оп-оп-оп-оп-оп. Фу ты, я думал, это зомби. Девочка маленькая. Джастин, держи. I got that kid's present.
Can you get it to him? You risked your life to make a child happy. Рисковал для жизни. All I can say is thank you. Вот так вот. Теперь кто я? Улучшенный арбалет. Уровень доверия повышен. Что за задание здесь у нас есть? Опять с Джастиром можно поговорить, да? Я хочу посмотреть чертеж. А улучшенный арбалет, чем отличается? 480 у него урона. Это 320. Почему мне сразу не дали улучшенный арбалет? Нет места в инвентаре. Ой, что бы удалить-то? Обычный арбалет разберем. Бросить. Давайте соберем такой. Улучшенный арбалет. Ой, твою мать, ой, твою мать. Сейчас этот соберем. А тут не сможем собрать уже, да? По-любому. Нет, можем, смотрите-ка. А что-то другое выбросить. Что выбросить-то можно? Лук тоже оставим. Лук нам пригодится. Охотничье ружье у нас есть. Самозарядное. Это охотничье ружье сколько урон? 900. Ой, нет, не то. Кто-то бросим. 228. Все. Улучшенный арбалет теперь у нас доступен. Инвентарь. Все, ребятишки. Всем спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться, лайки ставить. Нажимать рассказать друзьям. В группу ВКонтакте вступайте. Там у нас новости, связанные с каналом. Расписание канала и прочее радости жизни. Всем счастливо. Всем пока.